Яндекс News. Добрый день. В эфире программа «Встретились, поговорили». Веду ее сегодня я, Рита Трошкина. В студии наш звукорежиссер Родион Золотарев. И у нас сегодня интересный гость. Редкий, можно сказать, редкая птица, да, залетевшая к нам. Это дирижер Айнар Рубикис. Здравствуйте, Айнар. Спасибо, что вы к нам пришли, нашли время, потому что, ну, вас в Риге можно встретить нечасто сейчас, да? Ну, так получается, да, но всегда пожалуйста. Да, вы должна сразу сказать, что Айнар Рубикис с недавнего времени получил очень хорошую и почетную такую должность. Он в 2018 году стал дирижером, музыкальным руководителем Берлинской комиши опер. Это знаковый театр с такой большой хорошей историей. Поэтому, наверное, и в Ригу он приезжает только по делу или немножко отдохнуть все-таки получается. Ну, и так, и так. Бывает, когда я действительно стараюсь убежать от Берлина. Это, ну, если удается выкрасть какие-то 3-4 дня, если есть свободных в неделе, как, ну, очень редко это получается, какие-то субботы, воскресенья, конечно, но вот какая-то середина. В прошлом году это мало удалось. В этом сезоне получится это довольно чаще, потому что, ну да, мне надо быть, у меня есть 180 рабочих дней, и это не 6 месяцев, а чуть больше, потому что в рабочих дней это 6 у нас, а не 7, да. И потому, да, ну где-то получается 6,5 я провожу в Берлине. Так месяцев, что, да? Больше, да. Больше полугода. Больше полугода. Сейчас в Ригу вы по делу приехали, мы знаем, у вас очень такая почетная миссия. Расскажите, пожалуйста. Ну да, я ну, тоже использую какие-то, ну, поводы приезжать, если они есть. Конечно, это всегда приятно приезжать домой отдохнуть, встретиться с Рези и с собаками. Ну, напомню, что Рези Калмине – это супруга, жена, да. Айнара, да, актриса. Вот. Но я иногда ищу повод, чтобы прилететь. И, ну, в эту неделю, сейчас, завтра, начнется 6-й конкурс дирижеров хоровиков, который уже, да, проходит 6-й раз. Я сам тоже в этом конкурсе участвовал в 97-м, по-моему, 2000-м. Но мое, как будто, почему я сказал, да, я с удовольствием, потому что этот конкурс начал мой профессор Янс Линденберг, которого сейчас уже нету среди нас, это как будто почет и воспоминания о нем, и да. Вот завтра это начнется, и тогда всю неделю, так что все, которых интересует, вот, и не только которых интересует, потому что будет хор Латвии будет петь, и хор консерватории также будет последний вот этот финал будет уже вместе с оркестром. Прошу, в нашу музыкальную академию в органном зале будет и в большом зале, а потом уже финал будет в Латышском университете в большой ауле. Большой ауле. А это международный же конкурс? Это международный конкурс, да. Есть 17 конкурсантов из, ну, получается, как будто из 14 стран. Там с математикой, может быть, сразу будет вопрос, а почему? Потому что я скажу, там 5 тоже латышей, и не получается вроде бы как 14. Но есть, конечно, такие конкурсанты, у которых есть, ну, так называемые две государства, да, и у нас тоже один мальчик, который, да, он родился в Германии, но он уже
учился в Рижской домской школе, и сейчас учится в консерватории, да, и также есть там австрийка, корейка, и, ну, ну, то есть, да, от двух сразу стран, да, получается, ну, как интересно. Удачи вам, да, и те, кто хотят, конечно, могут прийти послушать и поучаствовать в этом, да, как зрители. Айнар, а как Берлин без вас обходится? Спокойно. Ну да, но все равно в отсутствии, когда я не в Берлине, я стараюсь, как это говорить, держать руку на пульсе. Руку на пульсе, да. Контролируйте процесс. Да, стараюсь контролировать процесс. И, конечно, есть тоже у музыкантов, и также у солистов, и моим коллегам, и также с директором, интендантом возникают какие-то вопросы, тогда мы сразу их решаем. Ну, по имейлам или по телефону, если, ну, это что-то, ну, так, что кипятит уже, что-то горячее, да. Но так... Все, когда все налажено, да? Тогда все и происходит, и все идет, и нет никаких там задержек. Я должен сказать, что я действительно благодарен, что этот сезон мне начался в Берлине, ну, довольно спокойно, я должен сказать, потому что вот, например, как было сейчас в сентябре, я там ехал, ну, на два дня, и мне раз в неделю, поскольку там был один только Онегин, один раз в неделю у меня была возможность всегда возвращаться домой и, ну, как будто продлить отпуск, потому что прошлый сезон он получился довольно длинный, и, ну, такого отпуска было мало. Отпуска, ну, было как мало. У нас, да. Я напоминаю, что у нас в гостях дирижер Айнар Рубикист, и телефоны прямого эфира, которые сразу надо было назвать, я сейчас озвучу. Вы можете звонить, если у вас есть вопросы, 67-212-939, 67-213-939. Айнар, а давайте просто вспомним, как вы пришли-то в эту комише опер, то есть как вы узнали об этом, как вы зашли первый раз в этот театр? То есть это же, наверное, все-таки такое событие... Неординарное было. Это событие, конечно, было неординарным, и, по-моему, тот сюрприз не был только у людей, которые рядом, и вообще у society, как будто, да. Но у меня самому был это большой сюрприз, потому что это все произошло очень невинно, и это, ну, как, не знаю, был гром среди... Серьезно? Да, да, абсолютно, потому что во время, когда я работал в Базеле, мы также здесь уже начали какие-то репетиции Онегина в латышской опере, и мне друг позвонил менеджер и сказал: знаешь, там есть такая ситуация в комиссии оперы, там надо заместить дирижер на Онегина. Я сказал: ну, давайте даты. Мне дали даты. Я ответил: знаете, но у меня там последняя репетиция с оркестром в Рижской опере. И она спрашивала, может быть, есть возможность что-то там поменять. И я поговорил, тогда очень мне действительно очень помог Ян Слепинч, который уже тоже так же сейчас имеет интернациональную карьеру, работает, ну, очень хорошим очень хорошим театром в Германии. И он мне выручил и сказал, что у него нет никаких проблем, и он, конечно, может этот руководить этой репетицией. Ну, я так и поехал. Мне было очень хорошие 2 дня вместе с солистами репетиции, потому что с оркестром встреча была, по-моему, только 1,5 часа. Ну и, конечно, Онегина за 1,5 часа там мы даже... Ну, не, мы сыграли большую часть, но была какая-то треть оперы, которую мы только в яме и, ну, на спектакле. Так что это была такая экстремальная ситуация, и я помню, когда
моя менеджер приехала в Берлин, она, ну так... Скептически? Не скептически, она так, когда я уже шел на сцену, она сказала, знаешь, она, они вообще-то ищут музыкального руководителя. Я ей сказал, Рона, знаешь, это не будет тот случай, потому что у нас репетиции не было, и я вообще не знаю, что сейчас... То есть так вот просто, да? Да, да. И спектакль прошел действительно, мы очень хорошо нашли контакт с оркестрами, с солистами и вообще с коллективом. Я не был знаком с Берри Коски, который там интендант, и он просто пришел перед спектаклем, сказал спасибо, что я смог приехать, и та-та-та-та-та-та. И прошел спектакль, и, ну, какая-то 80%. Процентов дирижеров мы, конечно, имеем какие-то проблемы с спиной. И я тоже имею проблемы с спиной. Я не, это профессионально? Да, да. Я просто, мне нельзя его простудить. И первым делом то, что я делаю, я бегу в гримерную, всю мокрую рубашку, все мокрое. Меняете? Да, меняю. И вот ту ситуацию, когда я уже остался без штанов, только одной рубашке, прозвучал громко моим дверям гримерной, и там стоял Берри Коски, и он просто такой... Главный человек. Да, главный человек, и он такой с хистерией просто кричал, тебе нужна работа. И я так долго стоял, посмотрел на себя, посмотрел на него, я сказал, ну вообще-то да, но я могу переодеться, да. И, ну, так это... То есть его так поразило, что он просто прибежал? Ну, да, вот так и это началось, и потом у нас был концерт, уже после полугода, по-моему, да, 5 или 25 февраля. Потом оркестр голосовал, и я помню, тогда мне Берри, я был в Чикаго, когда Берри мне звонил в Чикаго, и он сказал, да, сейчас, 8 мая мы заключаем контракт. Замечательно, как. А вот вы фразу сказали, оркестр голосовал, так это происходит, да? Да, это такая... Никогда не слышала. Да, это такая старая традиция. Ну... Где-то 80-70% в оркестрах мира, да, что, да, это оркестр высказывает свое мнение. То есть о доверии человеку, который будет их вести дальше, да? Это здорово, хорошая такая традиция, да? Ну, есть плюсы, есть минусы, да. Первая постановка у вас была очень необычная, это был «Нос Шостаковича», да? «Нос Шостаковича». Ну, это такая, насколько вот я знаю, я довольно далекий, я как любитель, да, довольно далекий от музыки человек. Но это авангардная такая вещь, да, с гротеском, с иронией, там, в общем, перевернуто очень много, там, гоголевские вот эти традиции, сатиры, причем там есть цитаты из других произведений Гоголя, да, то есть это необычная либретто, необычная музыка. Расскажите чуть-чуть, как вы за это взялись? Ну да, это была идея Берри, я еще, ну, мне это произведение, то бишь «Нос» был до официального вступления на пост главного дирижера, это было весной, официальный контракт начался в августе. Вы правильно сказали, но самое удивительное то, что когда я взялся за «Нос», я был поражен и удивлен, как один композитор, ну, в начале своего творчества написал и положил все, что он потом напишет абсолютно, потому что там можно все, камерную симфонию, камерную музыку. Это первая вещь Шостаковича, да? Да, первая. Одна из первых вещей. Там есть и камерная, и симфония, там есть какие-то мотивы, лейтмотивы из песен. И это, да, это поразительно. И это очень быстро. Она не длинная опера, где-то, ну, полтора часа, но это все столь быстро меняется, и надо реагировать не только дирижеры или оркестр, но и певцам на сцене. Но это, конечно, такая удивительная вещь, и я был очень рад, что действительно первая моя такая, ну,
работа это был Шостакович, потому что тоже работа вместе, сразу вместе с интендантом, главной персоной в театре, это я сразу начал учиться от него, как надо с людьми работать. И, ну, конечно, это я больше на его репетиции, когда мы что-то вместе ставим, я больше учусь тем, чем сам работаю. А что главное вот в работе? Чему он вас научил? Как он работает с людьми, он умеет... Он никогда после... Ну, могу рассказать историю. Это то же самое с носом был. У меня была репетиция с оркестром, и она закончилась полчаса раньше, чем репетиция на сцену. И я пошел на сцену и просто посмотреть, что происходит, как репетиция. И там была вот ровно эта финальная сцена, большая, с хором, и сцена полная людей и так далее. И... Извините. И... Все, которые сидели в зале, смотрели, в том числе и Берри, поняли, что ну, полный хаос там происходит, что ну, бардак, и ну, никто ничего не понимает, куда идти, как идти. И еще остались какие-то 7 минут до конца репетиции, вместо того, чтобы, может быть, этот финал еще раз повторить, он взял микрофон и сказал, так, Гюнтер Паппендал был, который играл главную роль, он сказал, так, Гюнтер, так, завтра я отпускаю всех остальных солистов, мы завтра и послезавтра с тобой работаем, мы все там устроим, все будет в порядке. Хор, а мы видим то, что у вас не получается, и проблема та, что вы сейчас пока не знаете материала, и это было из-за того, что до того была одна премьера, которую перенесли, mm-hmm. и получилось очень близко, и хор, и хор не смог. И он сказал, так, я вас тоже на 3 дня отпускаю из своей репетиции, вот вы пойдете своим дирижером, там будете репетировать, учиться, учить материал и так далее. Это я все понимаю, это мы устроим. Так, все остальные солисты завтра свободны. Мы все сделаем, и все будет прекрасно, будет премьера, бла-бла-бла. Это произошло, и это он все сказал с таким спокойным голосом, не там взорваться, но он это сказал таким голосом, что когда он закончил, все аплодировали, это во-первых, и у всех то, что сразу могло почувствовать, что все готовы сейчас взять, не знаю, 5 минут отдыха и работать еще до полночи. Снова. Да, вот, и да, вот это в целом то, что я учусь, и, например, тоже в прошлом сезоне он ставил совсем новый опер, была такая... «М. Штат Зухт Айн Мёрдер», который либретто поставлен на одну из черно-белых фильмов немецких, но не важно. Но там было, у нас было 100 детей на сцене. Ой-ой-ой, вот это да. И то же самое, как он работает с этими детьми, это просто поразительно. Вот что... Ну, надо быть, например, психологом, вот он очень взял, хорошим. Да, у детей были такие, ну, маски, которые, более того, были сделаны под руководством гримеров, которые делали Харри Поттера, который был как шутка, потому что довольно долго искали в Германии, которые бы могли создать маски такие реальные. И там не могли, нашли, и Берри как в шутку сказал, ну давайте пригласите кого-то из Харри Поттера. И после недели у него сидели два эти мастера, которые делали маски для Харри Поттера. И он потом сказал, ну это была шутка вообще. Бойся своих желаний, да, говорят, они сбываются. Ну вот, и у детей были такие маски. И эти маски уже были готовы на первой репетиции. И он вот брал какую-то сцену, он репетировал с этими детьми. Так, что ты сейчас должен идти там, и там, и там, и там. А что эти репетиции, ну, скучные. И он всегда делал каких-то 20 минут вот эту
подготовку, и потом всегда был такой текст. И сейчас это то же самое делаем с масками. А у детей этой маски это и было самое главное, самое почему они хотели, почему они хотели там играть в этой опере. И это просто, ну, вот такой очень простой трюк, который, ну, просто сразу делает работу творческой, да? Да, да. Ну, очень хорошо. Напоминаем, что в гостях у нас сегодня Айна Рубикес, дирижер и главный музыкальный человек уже второй год в Берлинской коммерше опер. Мы сегодня, конечно, говорим о музыке. Сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы через несколько минут продолжим. Микс Ньюс. Мы продолжаем программу «Встретились, поговорили». У нас сегодня в гостях очень интересный собеседник, дирижер Айна Рубикес. И мы говорили в первой части программы о том, как ему работается в очень известном, знаменитом театре Берлинской коммерши опер, где он уже второй год музыкальный руководитель, дирижер. Да? Скажите, Айнар, а вы на каком языке работаете с оркестром? В целом на немецком. На немецком, да? Да. Но это мне еще надо полировать, но такой рабочий язык я уже нашел, и да, я работаю с ними на немецком. Да. Это вообще здорово. Ну, трудно иногда бывает, но как Берри сказал, да, вот какие-то технические вещи тебе обязательно надо на немецком, и потом вот если ты хочешь там какую-то поэзию рассказать, характер написать тогда, ну тогда ты можешь по-английски, или как я делаю сразу на обеих языках. Как это происходит? Вот вы сидите, вот подготовка, да, в процессе подготовки, вы сидите и им рассказываете вот эту поэзию, как вы сказали, да? Нет, как? Знаете, это, по-моему, Марис Янсен сказал, если Тосканини сейчас был жив, и он работал с оркестром, его бы выбросили после первых пяти минут. Потому что, ну, к сожалению, знаете, и это не только в музыке, но во всем мире, мы сами накрутили очень быстрый темп времени. А время же то же самое, которое было в 19-15 столетии, это время то же самое. Думаете, то же самое? Не убыстряется? Нет, мы сами его убыстрили из-за очень много вещей. И всегда есть та дискуссия, например, часто бывают дискуссии про темпов в Моцарте или, ну, ранних или позже, да, какой-то 19 век. Что означает аллегро или быстро, да? У нас быстро – это космический шаттл, да, или более быстрее. То, что сегодня можем сделать, это просто нажать кнопку в Google, и мы получаем информацию. Да, то есть это сегодня быстрота, это вот чтение информации, она очень быстрая. Мы сами это, конечно, создали, да. И вот для Моцарта, например, что было быстро? Это, ну, лошадь была быстро, да? И очень быстро, скоростей получается, да? И вот всегда начинается дискуссия о том, вот какой это быстрый темп или медленный темп для того. И потому часто не только дирижеру, часто вообще музыкантам надо выбирать, по какой шкале мы идем, по 21 веку. Или мы идем по, ну, как будто аутентичным темпам, да, но, знаете, иногда вот эти аутентичные темпы для сегодняшнего человека слишком медленные, потому что у него скорость, вот внутренняя скорость, она просто гораздо очень быстрее. Это раз, и во-второе, ну, кажется, так вот вроде бы созданы такие вещи, чтобы у нас были... чтобы у нас было больше времени, да, вот, ну, хоть те же самые мобильные телефоны, да. Ну, вообще-то создан, чтобы не было повода идти на телефонную будку, бросать 2 копейки. У некоторых вообще не было телефонов дома, да. И у всех было время. Да, у всех было время встречаться и так далее, и так далее. Сегодня,
Это очень редко происходит. Но этого не хватает. Да, это просто не хватает. Также, ладно, самолет, это очень прекрасно, что сейчас ты можешь за, не знаю, там, за 8 часов прилететь в Америку, например. Да, это прекрасно, да. Гайден ехал 2-2,5 недели с Парижа до Лондона с лошадьми и написал 7 симфоний. Mm-hmm. Ну, не 7, 5, извините, мои дорогие музыковеды, не помню, да. А сегодня надо просто на коленях лазить, чтобы композитор закончил свое 20-минутное произведение. Да? А, ну, как будто мы сами создали вещи, которые ну, должны как будто служить, чтобы у нас было больше времени, но оказывается меньше. Это, ну да, ну, я не говорю жадность, но это какой-то, да... Чем у нас больше свободного времени, тем мы больше его занимаем. Да, мы думаем, куда, да, как потратить куда еще, это да, время. Да, вот да. Куда еще. Ну вот вы приходите к оркестру и говорите, здравствуй, оркестр дорогой, мы вот будем играть вот это. Как вот вы, с чего начинаете? Вы говорили, что Марис Янсенс вас научил во время мастер-классов, да, не говорить никогда слова «нет». Да, это не надо. Это вообще не только, ну не только... Ну, оркестр, ну, вообще надо, по-моему, любой встречи избежать. И особенно этот латышский язык, у которого есть эти два «не пойду никогда, не сегодня», да? Ну, всегда это... Два отрицания. Не, да? Лучше всегда идти, да, действительно, с этой стороны, возможно ли, или давайте сделаем сразу вот так. Не делаем, не будем делать так, а давайте сделаем так. Альтернативы какие-то. Да, ну всегда, потому что это, ну, где-то все равно, не, это не, он где-то оседает. Ну что, я прихожу, это зависимо, конечно, от оркестра, это зависимо от произведения. Ну, бывает, когда действительно ты приходишь к оркестру, и оркестр сам просто сразу говорит, извините, у нас была такая-такая неделя предыдущая, или такой-такой месяц, у нас не было времени что-то поиграть и так далее. И ну, мы просто действительно начинаем с самого начала. Да? Это, конечно, зависит тоже от произведения. Может быть, сразу, что такие произведения, которые играются часто, там, это обычно очень легко. Сразу открываешь окно и можешь работать с музыкой и так далее. Это... Ну, такая, да. Очень много обстоятельств. Но вы вот играли с очень... У меня тут список лежит, если я начну зачитывать вот, до очень конца программы. Надо. Оркестры, с которыми вы играли, да, он огромный, этот список. Есть какая-то разница? Вот зависит это от театра. Абсолютно. Страны, да? Абсолютно. И, ну, это действительно очень большая разница, потому что... Но есть какие-то, в каждой стране есть какие-то свои традиции, ну, даже сам, ну, как говорят, есть такое мнение, самый хороший оркестр, если ты возьмешь струнников из России, где есть действительно это... хорошая, глубокая струнная, школа такая, да? Русская струнная школа, которая у нас тоже в Латвии, да, медь взять из Америки, потому что там эта традиция и культура диксилендов, рэктаймов и так далее, играть на улицах и все эти. И, конечно, деревянных духовиков взять из Франции, потому что там вот это более традиция. Это вы идеальный оркестр, ну, да, сейчас это, составляете, ну, да? Ну, так говорят. Класс, да, здорово. Так говорят, и, ну, какая-то правда, суть там, конечно, есть. Но я помню, у меня была тоже такая, знаете, ну, ты чувствуешь не только там различия традиции, но также чувствуешь, ну, каких-то...
климатических. А, даже так? Да, есть даже такие, потому мы говорили до интервью, например, про Новосибирск, но там надо считаться, какие люди, потому что там живут сибиряки, которые такие твердые, прямые, да, они скажут, как есть или как нет, но там не будет никакого такого... А в Японии, например? Например, в Японии или в Гонконге когда-то был, но это было очень трудно вот попасть вот этот, купол, да, стеклянный купол, потому что, конечно, ты приходишь в оркестр, где все уже звучит, все в порядке, но нету этого, почему эта музыка создана. Да? Mm-hmm. И вот это, да, это такая, эти первые 5, 10 до 15 максимум минут, вот как ты можешь в этот купол войти. Если ты не войдешь... Стеночку эту хрустальную, да? Да, вот если ты не найдешь это ключи, эту дверь не откроешь, потом это бессмысленно. Как это интересно все. Айнар, это мистика, это неинтересно. Это мистика, это точно мистика. Айнар, а вот еще у вас такое знаковое событие одно было интересное. Вы в Большом театре в марте, зимой, весной, да, этого года, уже в этом году поставили оперу, дирижировали оперы Дворжака «Русалка». Угу. Тоже сложнейшее произведение. И что интересно, и режиссер у вас был очень интересный, Тимофей Кулябин, тот самый, с которым вы работали в Новосибирске. Да, по поводу «Русалки» я был в восторге вернуться, во-первых, в Большой театр и, наконец, действительно сделать оперу с начала до конца. Это было действительно очень тоже почетно со стороны театра, потому что эта опера была поставлена первый раз. Там это, первый раз. Да, в Большом театре. Вы первооткрыватель. Да. Дворжака, вот, да, помните? И вот вторая вещь, которой я был очень рад, то, что мы действительно, вся команда, которой мы работали когда-то в Новосибирске, мы все встретились. Мы все встретились в Москве, и это вот не только с Тимофеем, но также с Ильей и с Олегом, мастером по свету, и с Галей, которая шила костюмы, делала костюмы. И это было, вся команда футбольная. Mm-hmm. И да, и у нас было, вот поскольку мы знали, это там нам чуть-чуть Илья Кухренко помог, потому что у меня была тоже такая идея, поскольку это первый раз в этом театре, мы старались избежать всяких. И из-за того, конечно, опера получается действительно длинной. 3,5 часа. 3,5? 3,5 часа с двумя антрактами. Конечно, зрителю, и также всем остальным оркестрантам, мне и солистам их, это довольно трудный спектакль, но это было, наверняка, если мы бы сделали, это было как предложение сделать, после 20-30 лет перерыва, или даже тогда мы, наверняка, резали довольно больше. Сейчас мы порезали только чуть-чуть третий акт, арию «Ежи бабы» и обрезали чуть-чуть нимф. И спектакль идет на чешском языке? Спектакль идет на чешском языке. Как зритель вообще реагирует? Что зрителя? У зрителя есть субтитры. Субтитры. Да. И насколько я знаю, не видела, конечно, Тимофей Кулябин, он осовременил, да, постановку? То есть так внес современность. Он осовременил, это тоже такая интересная история, я не считаю, что Тимофей свои спектакли как-то делает современными. Он их делает понятными для современного человека. И то же самое произошло с «Бедным Тангейзером». Как зрителю понять в Тангейзере, в трех с чем-то часов в опере, где главный конфликт?
этой оперы. Потому что, конечно, вот как в легенде, да, что вдруг на сослезание приходит Тангейзер и начинает петь про любовь, которая там, это, ну, страсть и так далее. В 12 веку это, ну как, ну, тебя сразу с ногой по одному месту и сразу, ну. А сегодня синему зрителю это непонятно. И вот Тимофей всегда, он находит этот конфликт, чтобы зритель понял, почему так происходит. Чувствовал этот конфликт. Да. Да, можно я уточню? Тангейзер, это была постановка Айнара Рубикиса в Новосибирском театре. Вашей команды. Вашей команды, да, где вы работали два или сколько, три года, да? Три с половиной года большой командой из Латвии, в том числе и Резия Калминя работала с вами, да? Как декабристка поехала, да? Да. Ну, вот это был большой интересный опыт, и вот там был поставлен Тангейзер, после которого вы ушли. Ну, что случилось, то случилось. Да. После которого, вообще-то, то, что в опере Тангейзер, ну, как сам Тимофей сменялся, с ним произошло тоже, ну, как будто как четвертый акт Тангейзера. Ага, продолжение. Но что было, то было. И, но то же самое, вот почему я пригласил Тимофея на Тангейзер, потому что я видел его Онегина в «Красном факеле», и я был просто поражен. И я помню, что я взял в антракте, я вышел из театра, это было, был уже теплой весной, и я звонил сразу в Резе, и я сказал: знаешь, милый, театр еще жив в мире, и я это здесь. Потому что то, что он сотворил с Пушкиным, ну, ну, это просто не пересказать. Столь понятно. И я не могу сказать, что это была современная какая-то постановка. Это было просто ясно для меня, как современному человеку. То же самое, я не видел «Три сестры», которая сейчас едет по всему миру, потому что, ну, есть большой спрос на этот спектакль. Но то же самое в «Русалке». И, конечно, вот все так же в России говорят, ну, Тимофей Кулябин – это современник, он ставит такие, ну, такие непонятные и такие... Нет, так нет. И с «Русалкой» он сделал то же самое. Более того, он сделал очень хитрый его, что первый акт вообще происходит как в дворжак и написано. Это происходит в лесу, там есть водопад, там есть пруд, там есть русалка. Настоящая вода? Да, да? Но не, это видеопроекции есть, да, но он выглядит как настоящая вода. Да? Второй акт – это совсем другой спектакль, совсем из другой оперы, там замок, и там произойдет сейчас свадьба, которая не происходит. И третий акт – это первые два объединены. Там, на первом как будто уровне там есть больница, там есть палата, и вверху есть вот эта та же самая сказка. И в палате лежит девушка, которая вот за окном идет дождь, и это в сказке. И не сказки, это просто ее, вот она лежит в коме, это как она вот об этом мечтает, мечтает, вот идеальный мир любви, скажем так. Я еще хочу напомнить, что во время работы в Новосибирске, где вы вместе с Резией ставили тоже спектакли, да, и за один из спектаклей, это Бернстайна «Мессу», делали 12 номинаций на «Золотую маску». 12 было. И стали лауреатом «Золотой маски» в номинации «Лучший дирижер». Вот как раз за «Мессу». Это тоже сложнейшая вещь. Ну да, по поводу... Да, но эти две номинации, это вообще был такой большой рывок театра. Это, конечно, это не было только из-за «Мессы». Там еще было... «Весна священная». Жанна д'Арк еще у вас была? Нет, Жанна д'Арк тогда еще не было. Там разные эти номинации, там по «Весне Стравинскому», «Весной священной» и так далее. Конечно, это было большой такой рывок, почетно, но очень. Когда я принял решение, потому что я довольно долго искал, что поставить в театре, и я просто шел на спектакли, где-то целый год старался почувствовать, что в самом
самом театре, самом коллективе, как вот как балет работает, какие отношения с оперой, балетом, оперой, с певцами, с балетными, с танцовщиками. Дирижер, да, вы должны вот все мне, держать. Да, вот мне, ладно, мне надо понять, вот здесь вот, в руке. Вот какой расклад. И не только вот профессиональный, но более такой человеческий. И вот это место Бернстайна, она пришла как вот такая, не знаю, молния, что... Это есть произведение, которое действительно можно слить вместе весь театр. И, там 200 человек, да? Да, и слава богу, так и произошло, что потом танцоры начали тусовать с певцами и наоборот. Да, потому что до того это было как будто такая стенка. Вот мы балет, и певцы, и оркестр. Вы всех перемешали. Да, вот это было какое-то задание. И когда я вот задумал эту вещь, тогда мне был только один, ясно, только один человек, который это может поставить, это было Баларези. И, конечно, ну, золотая маска – это золотая маска. Но для не только для нее, но вообще, я думаю, что... То, что она даже получила номинацию, это что-то. Ну, то, что там очень... происходит в финале, ну, знаете, это золотая маска. И я не говорю то, что это золотая маска. То же самое, вот то, что сейчас конкурс. Ну, самое главное, чтобы ты попал в этом конкурсе, или ты попал... ты взял эту номинацию, потому что уже дальше... Ну, тебя уже не зависит. Да, да, это от тебя не зависит. Айнар, спасибо. У нас программа подходит к концу, осталось буквально там 2 минуты. Я все-таки не могу не спросить, может быть, немножко такой наивный вопрос. Вот для меня дирижер такой космический человек. Мне как тоже. Это можно в голове держать? Человек с летающими руками. И вот вы, как говорили, профессиональный аппарат – это руки. Как вы их настраиваете? Как? Вот вы берете, например, какой-то спектакль, постановку, да? Чего вы начинаете-то? Вот вы же не знаю, слышите в голове Я с руками ничего не делаю, нет? Абсолютно до того. Ну, это все уже идет инстинктивно. Есть какие-то вещи, о которых я должен думать. И даже сегодня, которые какие-то старые ошибки из прошлого. Но я вообще люблю начать с белого листа. Я просто беру партитуру и сижу над ней. Иногда просто... ходя мимо, перелистаю, посмотрю на 2 минуты. Это, знаете, вот как налаживаю отношения. И потом уже начинаются какие-то такие... Самая эта концовка, я уже начинаю работать над какими деталями и так далее. Но в целом, самое начало я стараюсь, да, вот наложить отношения, понять, что это... Книжка, это музыка мне. Зачем даст. Она? Да. Спасибо вам огромное. Мы надеемся, что будем вас видеть чаще в Латвии и приедем к вам в Берлин. Да, обязательно постараемся. Да? Спасибо огромное. У нас в гостях был Айнар Рубикис, очень известный человек не только в Латвии, но и в Берлине и в разных других странах. Музыкальный руководитель Берлинской комиджи оперы. Он сейчас у нас. Спасибо, вела программу я, Рита Трошкина. Всего хорошего.